Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня самый денежный день. Возьмите несколько монет в руки и сделайте легкую практику. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодняшний день олицетворяет 27 лунные сутки. И по праву они считаются самыми волшебными и чудесными. Убывающая луна убирает все преграды. И именно этот день дарит счастье и положительную энергию. День предвещает каждому жизнь в достатке. Энергия сегодняшнего дня дарит изобилие и процветание. Любые ваши задумки, все, что вы сегодня запланируете, вы все с легкостью будете воплощать в своей жизни. А лунный день обязательно вам в этом поможет. Он будет одарять вас своей положительной энергией, и все сферы вашей жизни начнут улучшаться. Каждый из вас сегодня сможет ощутить то свое истинное счастье, к которому вы стремились. Этот день будет дарить вам радость. Он будет дарить вам радость. И то, к чему вы всегда стремились, именно сегодня вы можете к этому приблизиться. Проводите этот день только с хорошим настроением. Оставьте в памяти только приятные моменты. Энергия этого дня будет убирать все проблемы. И вы очень быстро увидите, как меняется ваша жизнь. Сегодняшний день одаривает сюрпризами каждого человека, а вам остается их только принимать. Если вас мучает какая-то проблема или неразрешенная ситуация, отпустите эту ситуацию. Думайте только о своем будущем, а уж луна о вас позаботится. Самое главное сегодня – не давайте никому никаких обещаний. Старайтесь избегать конфликтов, не влезайте ни в какие споры. И самое главное – не влезайте в долги. Очень важно сегодня продержаться только на энергии радости. И тогда самые счастливые изменения в вашей жизни придут очень быстро. А так как сегодня самый идет волшебный и денежный день, вы можете привлечь процветание и достаточно в скором времени. Если вы хотите, чтобы все ваши дела ладились и чтобы исполнялись все ваши задумки, вы можете сделать легкую практику. Возьмите несколько монет из своего кошелька. Не считайте сколько, берите сколько получится, любого номинала, разницы нет никакой. Возьмите в левую руку и скажите такие слова: что мне мешает, с пути я убираю, что нужно мне, в жизни обретаю. Вот проговариваем 3 раза. Эти монеты можно оставить до утра на подоконнике. На следующий день эти монеты нужно либо раздать, либо оставить у любого дерева. Все. Такой метод обязательно вам поможет избавиться от тех неприятностей с вашего пути и приобрести в своей жизни именно то, что нужно лично для каждого. А я вам желаю, чтобы этот день принес вам много счастья и исполнения ваших желаний.